Отсюда пойдет расти новая ветка, а все остальные ветки я постепенно уберу, не сразу. Ну вот сейчас я его срезал сверху, чтобы она отсюда хорошо росла. Потом я порежу вот эти все ветки, останется вот этот ствол, и новое дерево будет вот из этой почки выйдет. Корни орешника, а плоды груши. Не дерево, мечта. Такое растение лучше противостоит вредителям и засушливой погоде. И это лишь один из секретов силы и долголетия чаиров, садов, которые не требуют ухода. 5 лет назад Дмитрий Соколов решил возродить утерянную технологию на полуострове. Как-то возникло желание, вот у меня, у нескольких там моих друзей, сделать что-то хорошее для Крыма. Вот мы решили, что мы будем сажать деревья. И вот, значит, мы сделали благотворительный питомник. Были люди, которые помогали трудом. Там кто-то разово, кто-то приезжал, там жил неделю, месяц. Там были благотворители, которые, значит, помогали деньгами. Сейчас Дмитрий отказался от идеи садить деревья на свободных территориях. Без первичного присмотра они погибают. Мужчина занимается своим садом размером в 1 гектар. Я сюда надел колечко металлическое. Закрутил его. Через год здесь появляются корни. Потом это вот тут оно обрезается. Вот, получается саженец. Растения Дмитрия высажены в лесах Бахчисарайского района, в Такие Дервиши в Евпатории, в храме Феодоровской иконы Божией Матери, в музее Гаспринского и Ханском дворце. В Крыму очень жаркое лето, поэтому для того, чтобы растения могли пережить засуху, был придуман метод облактировки. 2 ростка, которые растут рядом, берут и соединяют скотчем или чем-нибудь другим, и со временем они приживаются друг к другу, и получается 1 ствол, но 2 корня. Таким образом, дерево потребляет намного больше воды из почвы. Сад биолога пестрит разнообразием. Среди плодовых деревьев виднеются розы, шалфей и лаванда. Из растений, выращенных на участке, жена Дмитрия делает душистую воду. Вот этот, например, из можжевельника. Ой, такой свежий, прям лесной. То есть, в принципе, это по факту, это дистиллированная вода с растворенным эфирным маслом в ней. Дмитрий часто проводит мастер-классы по чаирному садоводству и безвозмездно дарит свои саженцы начинающим дачникам. Делает все, чтобы приобщить людей к озеленению Крыма. Дарья Шарипова, Игорь Сюткин. Утро нового дня.